Ну а во Франции уже 11-е выходные подряд бастуют желтые жилеты. Крупные демонстрации в Париже, Тулузе, Марселе и Лионе. К этой минуте по всей стране участников почти 70 тысяч. И традиционно беспорядки и столкновения с полицией. Задержанных более 50. На площади Республики в Париже, например, полиция применила слезоточивый газ после того, как анархисты подожгли несколько скутеров и машин. Напомню, демонстранты против экономической политики, которую проводит президент Макрон.